А, вот и вы, я вас узнал. Всем привет, всем привет. Вас приветствует канал Лига Music Wars. И сегодня, ребята, у меня две кошмарочки. Обе я пошел на кластер, чтобы проверить, как действительно она играется, что и как где делается. Еще пройду пару раз, и после чего можно уже будет попытаться собрать кластер самим. Ну, а пока мы идем смотрим. Первые ребята, кластер, который я проходил 26 числа, у меня был не очень удачный. И все потому, что у меня был бан чата из-за того, что я попрошайка. Ну, короче, не набрал я в прошлый раз Валентинки. И, в общем, поэтому я, короче, в косяках. Вот. Дождался, короче, я только что чат разбанили. И увидел, есть определенная тактика по хождению, обязательно должен кто-то вести. Огромное спасибо Слаю, как я понял, после интервью очень интересного на канале Уруни, конечно, Слай начал водить свои экспедиции. Конечно, была вопрос по поводу жадности, здесь он, видно, себе решил звание просто оставить, поэтому жадность была задрота. Но, ребята, адекватно, нормально, по расходу получается намного меньше, чем сейчас ходить за ключами. Поэтому пока есть перерыв на 23 февраля и на 8 марта, где подарки не стоит вообще, по сути, выкупать, можно ходить на кошмарке. Я эти, короче, дни буду катать полностью кошмарки. Постепенно, по одному, по два, но буду на них ходить. Ну, соответственно, зарабатывать. Ну и дальше, ребята, будет само прохождение. Можно смотреть, можно не смотреть, пересмотреть, пересмотреть, пересмотреть. В общем, кошмарки проходятся быстро. Буду их крутить на ускорении X2. Там ничего такого навороченного нету, ребята. Все идет в тактике, в небольшой, на простом усилении, можно так сказать. Ну ладно, ребят, все, давайте. Счастливо, счастливо. Дальше только кошмарочки. Thank you.
Ну вот и вторая часть у нас. Здесь ускорение чуть-чуть поменьше поставил, потому что здесь есть, ребята, чат. Читаем чат обязательно, смотрим примерное, короче, прохождение. Если кто-то собирается создавать кошмарку, вот вам примерная, ну, так скажем, тактика, как это надо делать. Ну и, конечно же, не забываем, смотрим на титанов. Это основная и главная часть в каждой экспедиции, поэтому... За рухами можно не следить, они все равно просто бьют. А вот титаны как переманивают, через сколько ходов и как это все делается, обязательно читаем чат. Давай. Все, поперли уже, сносить всех. Вау! We'll be right back.
Thank you.
Hello, baby. Hello, baby.